Всем привет, ребята! Сегодня я с вами Миха, и мы сегодня будем скачивать Metro Simulator 2D. И не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки, и ставить колокольчик под видео, чтобы не пропускать новое видео. Так, значит, погнали! Заходим, короче, в YouTube. Так, заходим в YouTube. Так, ищем. Вот, как скачать Metro Simulator 2D. Вот, смотрите, заходим. Самое первое вот это. Я оставлю. Вот, самое первое. Заходим. Вот. И всем привет, ребята, всем привет. Если я вам ссылку покажу. Сегодня так. Я вам красненько покажу. Так, смотрите, вот. Открываем ссылку в описании, тут его находится вот ссылка, мы в нее заходим, смотрите, вот так, ну, лучше не заходить, это, конечно, можно делать самому, но лучше по ссылке зайти, так, вот сюда заходим по ссылке, именно по ссылке в описании, так, заходим вниз, вот, скачать, нажимаем скачать. Так, ждем 5 секунд. И у нас тут появляется скачать. Так, мы загружаем, значит, сейчас идет загрузка. Да, вот мы нажимаем загрузить. Да, не-не-не, нам не сюда, так. Вот сюда, вот мы, значит, у вас вот так вот появилось, смотрите, да, вот. Вы берете, заходите, нажимаете вот на это, потом ждете, оно скачается, у вас просто может идти загрузка долго, но оно у вас по-любому будет качаться. Смотрите, вот. И вот наш Metro Simulator 2D, вот. Все, вам больше ничего не надо. Вы просто заходите, у вас тут появится посреди, вы нажимаете поменять какой-то поезд. И все. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вы нажимаете на поезд, какой вы хотите. На любой, абсолютно любой. Какой вы хотите. Нажимаете в путь. Можете поменять там станцию, где двойка. Ой, не станцию, а линию. Ну вот. Вот тут у вас есть кнопочки. Разные вот АГС. Свет в салоне. Можете открывать двери. Вот тут у вас тормоз. Вот тут у нас тормоз. Надеюсь, вам понравилось видео. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и ставить колокольчик под видео, чтобы не пропускать новые видео. Ну, я был с вами Миха, и всем пока!